Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязева. Сегодня на календаре уже 7.06.2022 год. Температура воздуха плюс 19 показывает машине. У нас начинает работать север. Сейчас он прям продувает довольно-таки сильно. Хочу предупредить всех об опасности использования плавсредств. Во-первых, их запрещено использовать. Во-вторых, просто берегите себя. Причем это могут быть абсолютно любые. От рукавников до каких-то там матрасов. Даже на кругах, потому что возле берега, кажется, не сильно дует, но в районе 2 мили, куда вы захотите проплыть, там будет продувать просто, ну, с бешеной силой, его смогут унести или унести ваших близких. Поэтому берегите себя и, дай бог, чтобы все у вас было хорошо. Мы сегодня находимся на диком пляже Витязева. Сюда выехать можно, причем спокойно, в принципе, на легковой машине. Пока проезжал, огромное количество палаток стоит, даже под платной тенью. Не ожидал, что автодом прям затащили на дюны, поставили пляж. Вот я против того, чтобы вот есть там парковочка, ставьте машины. Все плавсредства завезли ближе к пляжу, тортуга и лодки, которые работают на витязевских пляжах, и квадроциклы, бананы, все то, что тоже работает на пляжах Витязева. Ну, давайте посмотрим, что у нас с морем, потому что кадры там приходят, что у нас такое все плохо, зеленое море, ведь фу, как вы в этом купаться можете, там тыры-пыры. Я всегда говорил, друзья, тех блогеров, которые на хайпе пытаются себе там подписчиков, просмотров набрать, говоря о том, что ребята, все прям совсем плохо, вот вы сами видите, особенно те, кто смотрит прямую трансляцию, мы ничего не выбирали, мы просто взяли и приехали. И мы сейчас сделаем, как говорится, балабол детектед. Вот все, кого вы смотрели все это время, вам говорили, что море прям критично цветет, все очень зеленое, но вот смотрите, можете передать им, что они люди из города Гондураса. Ну вот, вот, все. Ну это прям критично. Мне даже писали, что Тазаровский, ты специально не ездишь на пляже, вот последний комментарий, потому что там, говорит, море зеленое, показывать нечего. Ну вот, 30 сантиметров чуть-чуть тут есть водоросли, живые водоросли, в которых ведут свою деятельность все там рыбки, и дальше пошла кристально чистая водичка. Непонятно, зачем вас другие, так сказать, люди, снимающие видео, обманывают о ситуации на пляжиках наших. А, ты гад! А, иди сюда! Ай, ай! Хотел показать, меня чуть краб не сожрал. Вот он, красавчик. Под воду просто к тебе, братан, не зарыл. Ну зачем ты меня так укусил? Тебе не стыдно? Серьезно. Я ж тебя что сделал? Показать тебя хотел. Вот ему тоже, кстати, водоросли нужны. Он либо ими питается, либо всякими погибшими там рыбками и так далее. Такой красавчик, допустим. Все, закопался, спрятался. Юра, замеряй температуру, ну, там на уровне глубины тела человека. Ну, сейчас море холодное, севера начали работать, и даже неудивительно будет. Но в любом случае я вот как бы не претендую на точность там замеров, что я там, ребята, у меня самая точная температура там, верьте мне там или еще что-нибудь. Всегда, ну, просто, ну вот возле берега такая температура водички. Дальше как бы вообще без разницы. Шикарная, чистая, прекрасная. Гондурасы, вы зачем людей обманываете, скажите? Всегда есть чистая вода. Я уверен, что вот, допустим, мне вот сейчас подписчики писали, что возле пирса, видите, на центральном пляже там сбились водоросли. Потому что пирс мешает естественному течению, чтобы он уносил водоросли. До того, как пирс появился, у нас вообще, в принципе, видите, проблем с водорослями не было. То есть, как здесь было? Ну, появились водоросли, буквально через час их течение вдоль берега продуло, и все. Но сейчас вот пирс как преграда останавливает. То есть, все равно влево-право гуляйте, ребят, по свету, говорят, чистейшая водичка. Вот здесь мы сейчас стоим, чистейшее море. Единственное, холодное, 18,3 температура. Ну что, пойдем искупаемся. Для меня это просто топ море, топ удовольствия. И мы вот сейчас вместе с вами будем. Так, попытка номер два, ребята, искупаться в море. Это прям уже радует, потому что мне первую как-то села батарейка. Странно. Обожаю чистое море. И очень радует действительно, когда оно такое.
друзья, если надумаете приезжать, приезжайте, не задумывайтесь. Вот с утра самый кайф купаться, потому что с утра нет такого большого контраста непосредственно температур. Сейчас вот 22 и 18, всего лишь 4 градуса разница. Дует с берега теплый ветер. С утра давно так не просыпался просто и в море не купался. И вот вы видите, что вода совершенно чистая, море кристальное. И купаться в нем просто великолепно. О, вот это кайф. Наверное, ты мой рай. Жалко, я не могу вас окунуть в эту воду. Ну, поверьте, она действительно очень чистая. Очень прозрачная, очень классное море. И крабика посмотрели. Ой. И в море поплаваю. И прозрачность воды просто зашкаливает. В общем, одно удовольствие кругом. Единственное, что север не всем зайдет. Надо отключать камеру, чтобы были свободны обе руки, и тогда будет прям вообще шикарно до безумия. Ладно, друзья, полетели, поглядим, что там есть интересного. Выходить на берег вообще чисто одно удовольствие, потому что ты из прохлады выходишь на тепло. Но единственное, повторяюсь, то есть когда будет плюс 30, зайти в море будет прям очень тяжело.